Итак, всем привет, мои маленькие любители насилия и экстремизма. Продолжаем причинять людям добро, подвергать их ласкам. Ну, естественно же. Так. Живые щиты защитить самих себя на собственном поле. Навряд ли у них это получится. Ну, по крайней мере, сегодня. Бля. Да у нас ХП просто тьма тьмущая. Я посмотрю так. Через КПП мы просто так не пройдем. Так, еще где-то там, походу, идет. Наебать меня вздумал, да? Хил, хил, хил. А, это мило, когда есть хил. Где там еще один гандон сидит? Да, теперь игра напоминает точно мне Counter-Strike. Оп. Спрячемся отсюда. Страдай, ублюдок. О! Я не думаю, что на этой миссии надо спешить. Бля! Только придурка с гранатометом нам не хватало. Бери свою базуку. Оттуда, откуда достал ее. Ух, так. Какой там долбоеб долбит по нам? Сука, не высунулся же. Давайте быриком сюда. Тихо. Ну вы, блядь, жесткие, конечно же. Так, надеюсь, ты сдох. Да, ты сдох. Вот сволочь. Так, мы там что-то взорвали. Походу, машину. Сволочь, все равно долбит. Не знаю, походу мы по нему не попадаем. Я не знаю, давайте просто постреляем туда, может что-нибудь еще взорвем. Полезное и нужное. Йо, а ты откуда взялся? Так, с ХП надо быть поосторожней. Отлично, приятель. Отъехал. Подавливаем ублюдка. Сволочи живучие. Блять, патроны взорвали мы. Там бы кого-нибудь казнить бы тут. Это было бы вообще замечательно. Здесь что, невидимая стена, что ли? А, здесь этот. Ёжик, короче. Не-не-не, только давай не в огонь. Так, я смотрю, тут гражданский находится. Да-да-да-да. Ноу. Время убивать. А что там у вас за оружие? А, обычный пистолет? Нет, давайте пока оставим. Дикие приехали, походу. Надеюсь, они в окна не прыгают. Да, никто не говорил, что будет легко.
Забудь об этом, приятель. Ебать, там еще Хаммер. А, потненько, потненько, потненько. Ебать, он еще жив. Так, ладно, добили, отхилились, убежали отсюда. Гражданские. Гражданские с оружием. Нет, это был не гражданский. Это, может, офицерская какая, я не знаю, комната. Так они поэтому особо так и не вооружены. Так, тебя, ублюдка, мы добьем. Киллинг-спри. Достаси 4. Вот этим мы, походу, и займемся. Так. Ну, я про тебя не забыл, не переживай. Ладно, хер на вас. Как-нибудь с черного выхода можно выбраться? Вот нас со всех сторон решили окружить. Блять! Ты базуку свою кому-нибудь другому покажи. Так, ладно, минус один. Вот хило бы нам где-нибудь достать. Подождите, а они где? На втором этаже, может, здесь где-нибудь лестница есть? Отлично, он еще был жив. Все, просто с ноги его снесли. Кстати, выход. Нормальная тема. Нет, давайте нахрен отсюда. Нас походу так тут просто не выпустят. Давайте базуку попробуем. Норм. Ладно. Не сегодня базуку. Пока поезжаем МП-5, да? Добьем твоего приятеля. Иди, трус. О, так это, блядь, оружейный склад, да? Как вам граната? На оружейном... А, нет, это казарма, это казарма. Подняли вас тут по тревоге, да? Ну, извините. Так, приятель, ты же мне подхилишь. Спасибо, дорогой. Походу, эти бронежилеты не дропаются с военных. Почему у них на ящиках в обычных казармах лежат столько пистолетов? Я вот понять не могу. Или это какая-то... Или это какая-то офицерская казарма или что? Морская пехота лучше всех. Ура, ура. Так, нет. Это нам не подойдет. Ладно, давайте все-таки сменим на пистолет. И гранату тебе туда.
Отлично, минус хаммер. Снесли ему полбашки. Норм. Если на улицу здесь уже вообще будешь выходить. Уже снесут на раз-два. Ладно, давайте быриком сюда забежим. Да давай, забегай. Ладно, сука. Не сегодня. Убедили. Ну, я не забыл про тебя. Не переживай. Ну и про тебя тогда. Не, про тебя мы уже никак. На прорыв! С криками ура! Давайте к казакму Б1 забежим. Так. О, приятель. Меня подрегенишь немного. Солдаты-срочники, блин. Судьба добычи решена. Тихо! Псих вообще ненормальный. От казагмы до казагмы бегаем. Ненавижу я ваши хаммеры. Хай они разлетятся во все стороны. Так, кевлар. А, спасибо. Что-то я, наверное, спешу. Ну, пойдем, пожалуй, в С1. Вот это явно уже что-то офицерское. Нате! В щи, блин, получи. Добьем тебя, как собаку. Ну и тебя тоже. Чтоб твоему другу одиноко не было. О, придурок с гранатометом бежит, называется. Блядь! Ты мне знаешь, сколько ты броника мне снял? Ты явно на медаль претендуешь, да? Выслужиться решил. Молодой. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Скоренько-скоренько-скоренько. Быстренько-быстренько-быстренько. Бля, здесь никого нету. Где придут, те сами свои склады взрывают. Хера себе, там гранатометами по нам лупят. Вы хотя бы в курсе, что здесь склад оружия. И всего лишь несколько С4 подобрал. Того хватит, чтоб мост только взорвать какой-нибудь один вонючий. Долбоёб, блядь. Видно, что срочники. Так, может взорвать этот склад как-нибудь можно? Давайте, блядь, сюда гранату закинем. Так, что нам дальше? 11 солдат уничтожить надо, да? Пойдемте в офицерскую сходим. С дробовиком. Дедушкиным. Плохая идея. Хотя... Если вот так вот залететь сюда... Блядь, нахер этот вонючий пистолет взял? Норм. Так, ты только не умирай, ладно? Я тебя еще добью. Ну или тебя. Блядь, да что это за глюки такие со звуком? Ну хотя бы ты выжил. Покинуть базу. Ай, катитесь вы все куда подальше. Не хотите меня отпускать, да? Я умру как герой. Давай, граната, взрывайся. Блять, серьезно, начать уровень заново?
Так, продолжаем. В общем, решил я после, не знаю, какой попытки, 20-й, может, какой. Решил, короче, к хренам зачистить всю эту военную базу, чтобы даже ни один прыщ тут не выскочил. Ёб твою мать. Ты, блядь, уже... Откуда у тебя дробовик? Странный какой-то военный попался. Ну что, ублюдки? По одному? Убить инструктора-сержанта. Да, с удовольствием. Стреляет там по нам из ружья, говнюк. Похоже, наш главный герой служил все-таки в армии. Раз он так их ненавидит. Хотя хрен его знает. Возьмем тоже шотган. Ебать, это что, сечет? Ай, блять, это этот телефон. Ну, тебя мы добьем так. Как ты заслуживаешь. Сержант не в сортире? Ладно, давайте на второй этаж поднимемся. Это был сержант? По-моему, это был сержант. Давайте вам туда, гостинчик. Блять, дерзкий, я смотрю. А, тут мы всех зачистили. Нахрен-то дробовик. Я так понимаю, статую мы взорвать сможем только после взятия С4. Но С4, к сожалению, у нас нету. Поэтому мы сходим его возьмем. Слабочки. Хотя не стоит их недооценивать. И те могут так сосать там вчетвером. Тебе не казалось никогда до этого в жизни. Страшно. Умри просто. Ну половину базы я уже точно зачистил. Ваша ебаная столовка. Ты ж мне подрегенишь, да? Хороший мальчик. Там что, друг по другу, что ли, стреляют? Не пойму. Так, добьем этого уже. Армейского официанта, блин. Я имею семью. Имеет он семью, конечно. Жить просто хочет. Вот, все. Ненавижу вас, сраных ракетометчиков. А где же мы уже были, да? Я уже всех зачистил. Но тут, конечно же, убил большое количество времени. Просто огромное. Вчера серия из-за этого и не вышла, собственно говоря, потому что я очень долго, и меня просто убивали в один прекрасный момент. А респавниться нельзя было. Конечно. Сходим сейчас к статуе. Загрем ее к хренам, кстати, вот. Ага. Пыток у нас нету. Так, кевлар. Оружие. Отлично.
ракетные комплексы. Сука. Посмотри, сколько гранатомет себе в жопу. Пойдемте сходим к этой статуе, я не знаю. Ну, а я еще вас там не зачистил. Странно, вам, наверное, повезло. Что-то у вас здесь душевая такая, да? Умри. Так, конечно же, я тут заморочился. Тихо. Там сами друг друга поубивают. Так, ладно, давайте лучше здесь отстреливаться. Как-нибудь. Воу-воу, ты чё, дикий? Я их буду чисто гранатами? Хоть кто-нибудь выживите, я вас добью. Да у меня КД не хватает. Стой, ты меня спасешь. Спасибо. Так, ну пуль у нас пока хватает. О, реген. Как всегда, вовремя. Кабанчик. Кабанелло. Сходим, загрём эти статуи. Крепление, только один чувак. Бля, какой-то он жесткий был. Был. Он мне подрегенит. Shut the fuck up and die. Так, надо разобраться с этой статуей. Что с ней делать вообще? Как ее взорвать? Я взялся 4. Так, где? Где? Что? Почему они даже не подсветят ее как-нибудь? Я не знаю, она какая-то неуничтожимая. Ну и хер на нее. Эту статую. Давайте просто съебывать отсюда. Да, и тут я тоже. О! А, там точно, второй этаж же. Здесь даже военный остался. Не один. Ну да, нас тут ждали. Давайте по стандарту. Я не знаю, до последнего. Спасибо сержанту. Теперь у нас есть попытка одна. Все, нахрен отсюда. Через казармы, может, где-нибудь бронежилет найдем. Так, здесь броника нету. Там есть только амуниция. Давайте просто этих говнюков разбомбим. С базуки. Back up now.
Какие-то они наглые под конец стали. Кидаться на меня начали. We got it. Давайте тебя добьем, чтоб ты не мучился. Чтоб нам реген дали. Перерыв. Так, броника нету. Потные, блин. Так, никто из этих пидорасов не выжил, к сожалению. Пидорки, блин. Давайте возьмем. А, у нас полный. И все-таки давайте попробуем туда проникнуть. Если там будут какие-то, блядь, гражданские. Камер ебаный. Так. А здесь кевлара нету у нас. Нет, кевлар здесь и есть. Это хорошо. Пойдем, это проклятое место. А, много людей тут полегло. А, вон где этот хаммер. Ну, у меня есть простое решение этой проблемы. Бля, чё ж вы такие неживучие, а? Под конец стали. Я же, блядь, стараюсь. Отлично. Просто пнули его и задушили. Не знаю, я стараюсь сейчас больше зажатым контролом бегать. Вернее, альтом контролом. Чё я несу? Перезарядим. Съебываем. Хотя кто там, я не пойму. Кто там по нам стреляет? Странно. Понятно. Давайте тут попробуем. Отлично. Так надо было сразу сделать. Блять, он живой еще. У нас больше нету права на ошибку. Один неверный шаг, и нам жопа. Так. А там кто? Там непонятно. Мы его не видим пока. Базука выручает, короче. Смотрю тут. Конкретно так. Идем на склад с оружием. Это наш хаммер, на котором мы прибыли сюда. На нем мы, наверное, и отбудем, да? Ну нахрен, там уже, по-моему, убитый.
армейскую базу, ничто не сравнится с этим чувством. Абсолютно ничего. Блять, действительно. Совсем рядом она построена во имя их комфорта и процветания. А теперь станет причиной их гибели. Куда лучше применение. Ебать. Это было пиздец, как сложно. Сейчас мы будем отключать им еще электричество. Угробил я на эту серию без записи, наверное, часа. И рекомендую повторять вам. Хотя, если вы любите хардкор, то милости просим. А на этом, я думаю, я закончу серию. Так что, с вами был Зазепа. Лайк, подписка за старание. Ждем следующий. Всего хорошего, пока.